меня только последняя просьба. Можешь мне в одну камеру с Валерией Крапивиной посадить? Валерия Николаевна, вы задержаны по статье 158, часть 4, пункт Б УК РФ. Кража в особо крупных размерах. Лер, я тебя вытащу. Как это... Увидеть Париж, умереть, да? Но, месье, Женеманш, сижу. Это ты типа французский знаешь? Ну-ка, как переводится? Так классика. Да? Господа, я не ел 6 дней. Свидание окончено. Да, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Не уходи. Не уйду. Паш, долго мне тут еще торчать? Ну, я встречался с адвокатом. И что? Ну, он как-то так еще обещал выпустить под подписку. Завтра. Чего? Серьезно? Ага. Ну, ты гад, конечно. Ты чего мне сразу не сказал? Это был сюрприз. Так, десерт к основному блюду. Зараза. Да, да, да. Что я вам скажу? Отвратительная гостиница. Решетки на окнах, жесткий матрас, полотенец вообще нет. Нет, мадам, мы сюда больше не ногой. Дерут только с проезжающих, понимаешь? Ну и нахрена мы сюда приехали? Не очень похоже на коммуналку, где у чувака телек украли. Есть информация, что на 27-м этаже будет сделка по перепродаже антиквариата. Звучит прикольно, но попахивает неделя дежурства от Макарова. Поэтому я лучше за телеком. Ну, смотри, так и будешь, как обычно, участковый за алкашами бегать. А тут вон настоящее дело. Эстафета. Мама, папа, я. Спортивная семья. Угу. Это что, у нас в отделе, что ли? Не, это у Витальки в школе. Нам папы не хватает. Выручишь? А, я думал, просьба какая-то там, косарь занять. Вообще-то не могу. Я всю неделю дежурю. Машину Жилина шлагбаумом стукнул. Ты серьезно? Чтобы я, боевой офицер, в мешке прыгал? А вы были в горячих точках? Ну, просто офицер. Какая разница? Это ничего не меняет. Все, освободи помещение. Мам, да я помню, что Виталька очень хотел. Но если я за 5 лет не смогла найти ему папу, как я это за 1 день сделаю? Соревнования? Да. Папа не хватает. Да. А что там, финал или отборочный? Хотя неважно, я в деле. Мам, все, собирай Витальке сумку, я договорилась. Поэтому, с учетом всех положительных характеристик, защита ходатайствует об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. У обвинения есть возражения? Да, Ваша честь. Есть основания полагать, что Крапивина причастна к еще одному эпизоду с кражей крупной суммы денежных средств. Что? Какой еще эпизод? Тишина! Продолжайте. Спасибо. Речь идет о хищении 140 миллионов рублей в банк ОСТ. Способ идентичный. Вы совсем озверели? А что не миллиард? Ваша честь, вам не кажется, что кто-то хочет подзаработать? Так, давайте без реплик, иначе я вас удалю. Поэтому обвинение просит оставить меру пресечения Крапивиной в виде заключения под стражей. Я эти деньги не брала. Ты в прошлый раз то же самое говорил.
Я доказать могу. Докажи. Паш! Там на сервере остаются следы от транзакции. Мне у банка оказаться надо с ноутом. Ты можешь быстрее? Блин! Если я быстрее подумаю, мне эта форма трясет. Стоять. Новенький. Что-то я вас раньше не видела. Жемиля. А, так, забыла поменять. Куда идете? Так, на 27-й там, убрать надо. Мы по двое не убираемся, ты справишься одна. А ты вроде покрепче, ты со мной, мне физическая помощь нужна. А, так это, может, Жемиля поможет? А может, тебя нахрен уволит, быстро со мной. Спокойно, мы так сейчас спалимся. Сделай все, что надо, и поднимайся. Давай. На выдохе. Да где он? 3 минуты до начала. Форма, только немного слишком, ну, чуть-чуть обтягивающая для семейных мероприятий. Это для аэродинамики. Так, вот эта мазь для суставов. Это сильно обезболивающе. Под таким можно даже с переломом ноги бегать. И иранский энергетик. Ударная доза кофеина и таурина. Запрещен во всем мире. Много не пей. И Виталику оставь. Денис, это детская эстафета. Так мыслят неудачники. Я здесь за победой. Вы, кстати, тоже. Всем привет! Это не повторы. Чё? Это не повторы. Чё? Повторяю еще раз. Это не повторы. Хоть бы. Это совершенно новое. Да? Уникальное. Здесь теперь все другое. Только-только снятое. Наконец-то. И еще никогда не выходившее в эфир. Ты будешь визжать от счастья. Концерты. В воскресенье в 9 вечера. У меня трусики слетели. Премьера на ТНТ. Банк ОСТ на Гагарина. Мне нужны все происшествия за последний месяц в этом районе. Легкая степень. Кража, хулиганка, можно грабеж. Быстро все это находишь, еще быстрее несешь меня, понятно? Есть. Так, теперь с новой строки. Я, Крапивина Валерия Николаевна, 5 мая этого года совершила грабеж в отношении ранее мне неизвестной пенсионерки. Стоп. Что происходит? Какой грабеж? Смотри, недавно возле этого ОСТ банка грабили старушку, преступника не нашли. Ты сейчас пишешь признание, тебя везут на следственный эксперимент. Там я даю тебе ноутбук, все, и дальше объясни.
Так, все права разъяснены. Переходим к следственному эксперименту. Понятые где? Ага. Ну, рассказывайте. Я сидела, работала за ноутбуком. И выбирала жертву. Это понятно. Продолжайте. Я долго выбирала. Минут 30 точно. Я понял. Дальше что было? Дальше. Я понял. Я не понимаю, мы куда-то спешим или мы хотим вот сейчас в преступлении разобраться? И так постоянно. Давай быстрее. Потом вот сидят невиновные по тюрьмам. А потом еще удивляюсь, почему к полиции в нашей стране такое отношение. Знаешь почему? Потому что так мы делаем. Приехали, дельца состряпали быстренько и гори все синим пламенем. А где вот это? Профессионализм. Где вот это? Внимание к деталям. Вы таком слышали, товарищ лейтенант? Ладно. Работала полчаса. Вот так. Продолжайте. Давайте. Свидания, Денис, быстрее. Виталя, аккуратно, осторожно. Аккуратно, Денис, аккуратно. Виталя. Блин, надо было племянника взять. Он поспортивней. Чего? Ну, раз ты меня позвала, так мы ребенка могли получше взять. Может, и тебя надо было заменить. Прошло уже 10 минут. Достаточно? Может, вы еще что-то делали? Важное для следствия. Я вспомнила. Я еще хот-дог ела. Крапивина, а вы не... Хот-дог точно можно обозначить. Слушай, давай я просто сейчас здесь впаяем срок и на этом закончим. Это хрена мы все это делаем? Следственные эксперименты, сбор доказательств. Все же обозначить можно. И так во всех сферах. Мы все обозначаем. Космодром хотели построить? Хрен там, обозначили. Зарплаты обозначаем, выборы обозначаем, пенсии обозначаем. А кто-нибудь работать здесь будет, я понять не могу. Давай, работай. Паш, и лимонад. И лимонад. Ань, у меня проблема. Видите, что у них яйца меньше. Что? Какие соревнования ему противопоказаны? Любые игры он не умеет проигрывать. Денис, может быть, хватит? Это уже третье за сегодня. Я сказал, иди меня, без этого слона я отсюда не уйду. И чего? Это как-то на него подействует? Одну. Ладно, кидай номер. Извините. Да, давайте взвиться. Сигнал слабый. Плохо. Угу. Следак сейчас взорвется, уже у меня аргументы заканчиваются. Может, могу сам что-то сделать? Прайс. Загрузка закончится. Нажмешь Shift F5 и доставай флешку. Все? Что молчал? Товарищ лейтенант, а в чем дело-то? Мы идем уже на место преступления или до ночи тут будем сидеть? В чем дело-то? Так, Валерия, вы оставили, значит, ноутбук здесь и пошли грабить бабулю туда, да? Угу. Ну так все, давайте, идите, грабьте. Ну, наконец-то. Пойдемте. Давай. Давай тоже. Вчера в конференц-зале было награждение учитель года. Вот лучшая физичка страны. У нее самолет через 3 часа. Я пока вещи соберу. Так, а ты одень ее. Чего? Да-да, а ты как хотела. Ага, а это кто будет убирать? Через час новые гости заедут. Значит так, берешь ёршик и тщательно с порошком сначала ванну, потом унитаз. Ну что там? Саш, я тут у номера. А ничего, что я тебе задачу ставлю? С ванной закончишь? Переходи к унитазу. И погода такая, знаете, была? Вот вроде с утра куртку надо, а потом днем солнце выйдет, и все. Жарко. Приходится ее в руках таскать. К делу это какое отношение имеет? Вы же сами мне сказали все рассказывать. В общем, если я правильно помню, это была среда. Такой довольно глубокий вечер.
Народу уже не так много было, но у нас, как обычно, все у телевизоров, по домам. Скажите, как вы потерпевшую увидели? Ну как? Она шла оттуда. Так. А, нет, 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 оттуда я шла, а она оттуда. Я, значит, смотрю, бабуля идет, и с виду, знаете, такая вот она какая-то дряхлая. При этом крепенькая. Такие еще, знаете, скандинавской ходьбой занимаются с палками. Короче, вы напали и ограбили, так? Да нет. Эту я вообще пропустила. Чего? Мы сейчас что, вообще про другую бабку говорим? Зачем меня вообще слушаете? Я вам говорю, она крепенькая была, мне проблемы зачем? Я решила другую подождать. Так что, все? В смысле, все? Все. Все? Ну, на другую напала, сумку забрала и домой. Всем спасибо, следственный эксперимент окончен. Забирайте. Так, понятый. Вот, где галочку распишите. Да, наплела, конечно, она смешно, смешно. Придется теперь бабулю вызывать, опознание проводить. Ага, сейчас только труп выкопаем и в отдел привезем. Какой труп? Там 161-я. Была, переквалифицировали 111-4. Бабка же во время ограбления упала и от травм в больничке через неделю моргнула навсегда. Так что я себе грабеж закрываю, а с трупом эту следственный комитет передаю. Спасибо за наводку. Я думал, висяк. Твою мать, слепая, безмозглая курица. Ладушка тупая была и безобидная. Так нет. Ты не понимаешь, что теперь из-за тебя Лере пятнашка светит? Павел Сергеевич, а чего вы на меня орете? Что такое? Сами не до конца дело дочитали? Знаете же, что я не самая внимательная? Тоже нашли, кому поручить, блин. Так, Тёф, окей, остыли. Теперь единственный способ доказать ей невиновность — узнать, кто на самом деле ограбил эту Королёву. Ай. Сиди пока здесь. Сериал All Inclusive с актерским составом 5 звезд. О! Демис Карибидис, Павел Майков, Валя Карнавал, Арарат Кищан и Михаил Галустян. Здорово. Ты что здесь? На рыбалку приехал. А. Смотри, барабульку какую поймал. Черноморскую. Отпуск. Новый сезон. С 31 октября. В 8 вечера. Давай, позвони, скажи, пусть улицу подметут. Мы едем, скажи. На ТНТ. Ладно, понял. Да, обещаю. Хорошо, клянусь. Ну все, мам, целую, пока. Это, конечно, очень подло. Да, сейчас. Ну, находчив, молодец. Не буду мешать, потому что поклялся матери. Но есть просьба. Мы сейчас идем на первом месте. В последнем конкурсе участвует только один родитель. Пожалуйста, не проиграй. Не подведу. Давай! 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 Давай, быстро! А что ты такая корова-то? А с победой мы поздравляем семью Семеновых! Позорище. Катюш, скажи, а как называется, когда любящий внук страхует свою бабушку на большую сумму денег, а та через 7 дней умирает? Так, наверное, нехорошо говорить, но удача? Нет. Страховое мошенничество. Найди-ка мне на эту веселую семейку, все адреса связаны с ними. Это уже как бы было задание, Кать. А, да? Все, бегу. Продолжай наружное наблюдение. Извините, а раз мы тоже расследовали дело, это можно считать за совместную работу с ФСБ? Вы чуть не сорвали эту операцию. Это понятно. Ну что ж, хорошо закончилось? Ничего не закончилось. Сделка через час. Наши спецы еще жучки ставят. Стоять, полиция! Твою мать, это кто такая?
еще получается, внук убил бабулю ради денег? Убил. На бумаге. Будешь? Вон, санитар в морге работает. Есть кто? Бабушка спрятала, деньги присвоила. О, а вот бабуля жива-здорова. Здравствуйте. Здравствуйте. А внучок, че, где? Ва! Кто там? Здравствуй, Родион Раскольников. Да нет, я Вадим. Классику читать надо. Ну, забирайся, Вадим. Я тебе по дороге расскажу в двух словах. Че? Че, Достоевского. Федор Михайлович. А. Да, конечно, накажу. Ну, Юр, спасибо тебе еще раз. С меня баня. В субботу жду. Ой, не знаю, под какой счастливой звездой вы родились. Скажите спасибо, что мой однокурсник это дело вел. А то спасибо, вы... спасибо, Виталий Леонидович. Не надо, не надо. Спасибо, мне отделаетесь. Значит так, выпивка и закуска в баню за ваш счет, ясно? Да, и форму горничных не выкидывайте. После выходных там уберетесь. Таким образом, удалось установить, что обвиняемый не причастен к хищению 140 миллионов. Поэтому защита ходатайствует об изменении меры пресечения на домашний арест по месту прописки. Суд удовлетворяет ходатайство защиты. Кто-то щелкнул пальцем, этот мир сломался. Еще за 100 баксов однушку на Марсе. Кто бы сомневался, что ты же дула на маску. Ваня рассказал всем, как на Марсе классно. Прости. Куда мы едем? Я же в Москве не прописана. В постановлении написано Кузнецова 6А. Ну, это теперь подарок от меня. Извини, что он не золотой. Ты что, прописал меня у себя? Ну да. Ты же у нас подсудимая без определенного места жительства. А я тебе не помешаю? Нет, конечно. Но в ипотеку тоже будешь вкидываться. Спасибо, Паша. Моя ракета летит, летит мимо звезд, как брошенный фрисби, а сердце скулит, будто брошенный пес. Без дома и миски мне нужно скорее сменить атмосферу. Гравитация. Самое главное, чтобы было куда возвращаться. Я так тобой дышал, воздух дал в голову. Моя милая, все мне пора. Тебя люблю.